Привет, друзья! Сергей Котляров на ютубе. Да вот выхожу, Богдан тут привез чудо такое вот. Смотрите, ну снимай. Что это? Мангал. Кому? Жаня. Жанночка, не Жаня. Так, стал. Тяжелый? Нормальный. Нормальный? О, ну вот такой мангал соорудили, это мы покупали, ну покупали, я платил, Богдан отбирал, ездил на этот, на металлоприемку, металл, вот такой толщины, видите, ну где-то двойка где-то, вот. Видите, такое. Вот. Мы с ним порезали его. И, ну, варить я не умею. Вот что не умею, то не умею. А шлифмашинка или болгарка, кому как удобно. Порезали отверстия. Вот. Попросверлили. Богдан иногда говорит, дырки. Я говорю, дырки в попе. Все остальное отверстия. А он смеется. Да, сынок? Ага. Вот, а это кум нам, кум в это варил. И говорит, кум, я сделаю сразу под эти, под шампура, чтобы, ну, не переворачивать. Это, знаете, на шампура куски мяса вот нанижешь, а потом, ну, знаете, один больше, один меньше раз, а он центр тяжести хлоп, и он все время проворачивается, проворачивается. А вот такие вот нарезы, это как фиксаторы для шампура. Сынок, а нет у нас? Сейчас я принесу. А ну, принеси, зайчик, принеси. Ну, отверстие, вы же видите, с двух сторон. Сейчас я вам покажу. И с другой стороны. Вот. Чтобы горело хорошо, это и была тяга. А потом... Я говорю, сынок, надо трубку еще, поедь на металлоприемку, отбери трубку. Он купил трубку, привез, мы с ним порезали по размеру, чтобы, ну, вот это расстояние с учетом высоты мангала мы брали так, что, ну вот, подойди, вот, сынок, чтобы удобно было стоять. О, куми с этой, да, стороны. О, правильно, чтобы или вдоль, или поперек. Вот молодец у меня кум. Кум Макар. Молодец. Он на все руки. Мастер, это у меня руки заднего места растут. Ну попросту задницы. Заднего места. Кто там знает, какое это заднее место. Ну, короче, а потом он мне говорит, кум, я, наверное, вот эти трубки стойки согну. Вот видите, он сделал под углом, чтобы увеличить вот это расстояние для прочности стояния. Говорит, и порежу косыночки вот такие вот. Видите, вот они, косыночки. Вот они. Тоже для жесткости. А вот так вот, а ну, сынок, давай этот шампур. Маленькая. Так думаю, головой сразу. Да не надо, о, вот. Видите, нанизали, и он уже не переворачивается. Вот смотрите, если так вот, раз, оно круть, ты его так, оно опять круть, а так хлоп, зафиксировал. Пожарилось, на другую сторону перевернул, хлоп, опять зафиксировалось. И все. И Жанночка наша скоро приедет, на сына. Это же наша шампура, на место, все. Приедет, а тут ей и мангал готовый. Не, ну так-то просто мы, конечно, ведь не отдадим. Ну, во-первых, он место тут во дворе занимает, удобство. Жанночка, а ты поняла, удобство нам создает. Надо килограмма хоть бы, чи грамм по 500 на каждого члена семьи. Мяска уже в жареном готовом виде, не в сыром. А то ты еще скажешь, берите вон сырое. Не-не-не-не,
То есть жаренького, жареного уже хорошенького, чтобы мы покушали. Только без веса шампура, без там помидора, без ничего. Чистое мясо на тарелочку, хлоп, и все. Тарелочку ж отминусуешь, ты поняла? В этот дольце. А то меня ж инфаркт схватит, давай скажу, ай, как неплохо, опять меня обманули. Я наивный, доверчивый, мне легко обмануть. Да, сынок? Хера не угадали, да? Ой, ну, короче, это такие дела, ребята, видите? И вот такой теперь мангальчик. Раночки есть. Аж душа не нарадуется. Да шо? Да еще если мясо будем есть, так бедная душа будет. Как вот, да, что делать? Плакать. Не, она будет пела и плясала, и душу эту что-то там по кочкам донесли. Широкой этой свадьбе было места мало. Опаса, поехали! Урод того мента порвать. Ой, извиняюсь, а нет, не с той песни слова. Пора, мать, заканчивать, а то скажут пьяный котляр. Пока-пока, Сергей Котляров на ютубе.